У Юрия Ильича много визитных карточек. Вот одна из них. Вставайте, граф, рассвет уже полощется. Из озерной выглянув воды. И, кстати, та вчерашняя молочница уже поднялась, полная беды. Она была робка и молчалива, но ваша честь, от вас не утаю, вы, несомненно, сделали б счастливой ее саму и всю ее семью. Вставайте, граф, уже друзья с мультуками коней седлают около крыльца, и горожане радостными звуками готовы вас приветствовать отца. Не хмурьте лоб, коль было согрешение, то будет время обо всем забыть. Вставайте, мир ждет вашего решения, быть или не быть, любить или не любить. Игра встает, ладонью бьет будильник, берет гантели, смотрит на дома и безнадежно лезет в холодильник, а там зима, пустынная зима. Он выйдет в город, вспомнит и вечер давешний, где был, что ел, кто доставал питье. У перекрестка встретит он товарища, у остановки подождет ее. Она придет и глянет мимоходом, что было ночью, будто трын-трава. Привет, привет, хорошая погода, тебе в метро, а мне ведь на трамвай. А продают на перекрестках сливы, и обтекает постовых народ. Шагает граф, он хочет быть счастливым, и он не хочет, чтоб наоборот.